Захист України понад усе. Фотографи-любителі представили свої роботи, зв'язані з морем, танками, авіацією і кораблями. Виставка робіт приурочена ко дню воєнно-морських сил України. Подробніше розкаже Ольга Голодова. Флот – це не тільки кораблі і морська оборона. Флот – це тяжелі будні. Тисяч воєнослужащих фотографи запечатліли самые яркие моменты ВМС. Она осознанно надела военную форму и пошла служить в военно-морские силы Украины. Ирина говорит, что военное дело полюбила с детства. Ее всегда привлекали отважные женщины, которые готовы отдать жизнь за Украину. На одной из фотографий Ирины запечатлены девушки на учениях. За допомогою фото ми можемо розглядіти ті моменти, які не можемо побачити в житті. От, наприклад, ті моменти, які запам'ятаються назавжди, які, дивлячись на які, ми творимо історію і згадуємо їх через час. Для Ирины это первая в жизни выставка. А вот Олег, сотрудник пресс-службы ВМС, фотографирует постоянно. Кроме профессиональной техники, пользуется и подручной. Этот снимок он сделал на телефон. Сейчас зачастую вот учения до нас приходят и говорят: так, ребята, начались учения. Да? Я там даже с пресс-центра не собираясь, там одел полевую форму и полетел. Мы снова не гоняемся, еще не практикуем там какие-то постановочные съемки. Оце ж знову таки мы тєвості, це ті кадри, які ми зображують повсякденне життя флоту. І саме задача була показати все-таки флот в усіх його, якомога більше, в усіх його проявах. На этой выставке собраны фотографии за год службы военно-морских сил Украины. Из сотен снимков выбрали только самые лучшие. Здесь может не быть горизонта или фокуса. Фотография может быть сделана впервые. Но в этих работах есть главное – это душа. Выставка продлится до 10 июля. Увидеть ее можно в холле морвокзала. Ольга Голодова, Валентин Мирза, 7 канал.